Benchmade 537 Bailout. Данная версия модифицирована. Рукоять сделана из алюминия. Покрытие на рукояти анодирование. Ставка клинка также отличается от обычной. Это CPM M4. Рукоять снабжена стеклобоем и очень глубокой клипсой. Также есть стемлечное отверстие. Площадка под стеклобой также выполнена из анодированного алюминия. Рукоять собрана на бонках, что обеспечивает очень удобное промытие и чистку ножа. Благодаря тонкой рукояти ножик отлично подойдет для города, а благодаря удобству эксплуатации очень подойдет для леса.